Міністр культури вперше готовий відповідати на питання митців та експертів. Це програма «Мінкульт». В нашій студії В'ячеслав Кириленко спілкуватиметься з найкращими інтелектуалами країни. Культура мобілізує, породжує нові змісти та гарячі дискусії. Гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог у програмі «Мінкульт». Поговоримо про культуру, рушійну силу суспільства. Гість сьогоднішньої програми – театральний драматург та режисер Владислав Троїцький. Вірите ли ви в быстрые реформы в области культуры? Если да, то когда будут первые результаты? Добрий вечір. В ефірі програма «Мінкульт», і сьогодні у нас в гостях режисер, драматург і театральний діяч Влад Троїцький. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Владислав Троїцький – заслужений діяч мистецтв України, театральний режисер, актор, драматург і телеведучий. Засновник фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», театру «Дах», етнохаус-гурту «Даха-Браха», режисер-постановник опери «Коріолан». Його називають батьком гурту «Дах Дотерс». Двічі лауреат премії «Київська пектораль», прихильник радикальних реформ у гуманітарній сфері. Українська культура страждає через нестачу менеджерів, а не митців, вважає Троїцький. Дуже завжди ви правильно говорили і багато про реформи. Значить, я думаю, що у нас повинна бути розмова така відверта і людям зрозуміла. Тому у мене зразу пропозиція. От ви знаєте, як це розпочинати. Давайте разом ці реформи розпочнемо. Як би ви це все розпочали? Як практик? Да. Ну, для начала, для того, чтобы понимать, что реформировать, нужно сделать какой-то там хотя бы как экспресс-анализ, что такое сейчас область культуры в нашей стране, да, и как она управляется, как она финансируется, да, и потом после этого надо понимать, что нужно сделать для того, чтобы... Нужно, вернее, что-то менять или не нужно, а если менять, то как? Ну, все сходятся на думке, что нужно. Окей, но для начала нужно понимать, 23 года толком никто культурой не занимался, то есть были какие-то небольшие попытки времена раннего Ющенко, да, там, пойти к истокам, да, там, Трипиля и прочие радости, ну, все замечательно, но это как бы забота о вчерашнем дне. Они, фактически за все 23, уже почти 24 года никто не думал о том, как, что такое завтрашняя Украина и как она формируется, то, что называется современная культура во всех областях. Визуальная, театр, музыка, кино. Ну, так далее, да, системного подхода. Не сформированы школы ни художников, это, ну, то есть ни театральных, ни музыкальных, ни так далее. Нет современного менеджмента, соответственно. А так как министр культуры меняется чаще, чем правительство, да, то фактически вся наша культура превратилась в такие осередки феодальных государств. Феодальных прям? Феодальные, потому что там крепостное право. Там на самом деле чистейшее крепостное право, и более того, крепостные люди будут за своего барина стоять насмерть. Боротися, да? Да. Ну, так, почему? Потому что это абсолютно такой инфантильный, агрессивный инфантилизм. Они на самом деле очень, очень такое советское сознание фактически во всех наших культурных государственных заведениях. И они будут защищать, во-первых, они приватизировали право, что они говорят про, ну, вот это и есть духовная основа нашей страны. Вот они все говорят, что не дай бог их коснуться, и вся духовность Украины рухнет. Так, может, что в этом есть? Может, ну, хотя бы частина правды? Если рассмотреть, что такое, опять же, культура, и то, что касаемо государства. Это тот сервис, который дает государство мне, как налогоплательщику, да, один из сервисов. Да, можно это назвать послугой, да? Да. В том числе. Да, в том числе это. И вот если, когда мы понимаем, что такое образование, это тоже сервис, который дает государство, и можем оценить его качество, некачество, или там безопасность, или медицина, то я задумался, а кто определяет, что есть критерием
того сервиса, того культуры, который дает мне государство. Что потребно робить, а что не потребно. Да, вот да? Кто это определяет? Да. Вы вот понимаете это? Масса инстанций. Вы не уявляете, сколько. Но, стандарты, нормативы. Но реально. Репертуары многолетние. А кто реально это? Вот команда. Кто командует? Ну, генеральный директор и художник керівник. Правильно. А кто их выбирает? А їх підписуються контракти з ними. Ну, вони живуть практично. А дехто працює по 20 років без контракту, да. До речі. Да. Вот, ну, у нас фактично вони всі несміняємі, виходить. Ну, не всі, але багато хто. Ну, так це ж, значить, говорить. Але ви обґрунтували тільки, що чому це відбувається. Коли я говорю, наприклад, во Франції, или, там, в Венгрії, или в Польщі, о кількості людей, які працюють у наших національних театрах, штатне розписання, вони просто сходять з ума. Как вы себе такое можете позволить? Мы, там, богатые страны, Швейцария какая-нибудь, Франция, Германия, мы не можем позволить содержать такие громадные штаты. А вы такие, прямо такие богатые? А теперь покажите результаты того, что вы сделали. Ну, наш там Фольксбюне или там Комеди Франце, и ваш там Театр Франко или Театр Лесі Українки. Где представления на международных фестивалях? Где вы? Ну, это по поводу театров. По поводу, ну, всего остального. А, до речі, тим не менше, там аншлаги в основному. Послушайте. І Франка, і Лесі Українки. Опять же, не ми, давайте... Ні, ну просто, раз ми дискутуємо. Да, если мы говорим там о том, что публика голосует ногами, то вопрос же, я не знаю, вы когда в прошлом году исследовали, какой самый популярный запрос в Гугле в Украине, вы удивитесь, но самый популярный запрос – сериал «Физрук». А это самый, ну, это самый низ. Я думал АТО, честно кажучи. Не-не-не. Антитеррористичная операция. Нет, физрук. Что Украина предъявила миру за 23-24 года в области культуры? Где эти свершения большие, о которых можно гордиться? Вы думаете, совсем нема? Нет, они есть, но они не являются, зачастую большинство этих свершений не являются продуктом государственной политики. Это скорее вопреки. Украины пока для мира не существует. Есть вот что-то произошло, чудо произошло с Майданом, которого европейцы до конца не понимают, но они ошалели реально от того, что вдруг есть но люди... Европу це вразило. Да, я говорю, революция они ошалели. Революция бідності Европу вразила. А да, ну теперь дальше вопрос. Вы смогли, они сказали, вы смогли сказать внятно, куда нет. Да, вот вы точно не туда. Теперь вопрос, куда? И тут вопрос, задача культуры именно ясного, внятного диалога со всем миром, что мы это не несчастные родственники, которые дайте нам, братья, денег, да, не жертвы там агрессии нашего северного соседа и внутреннего там инфантилизма и вот такого постсовка, да, который у нас тут точно так же тут разъедает все-все. А мы – это те люди, которые готовы дерзать и готовы говорить, что мы готовы отвечать за завтрашний день. Ну, мы это уже сказали. Я тут нет, еще не сказали. Мы сказали. Весь народ сказал, практически изменивший курс страны. А зараз вот, треба якісь локомотивні речі зробити, хто потягне це все. Ми сказали, куди ні, але ми не сказали, куди да. І ми не сказали, ми не почали робити да. Какое-то моє предложение конкретное, да? Возвращаясь к культуре. Без государства тут невозможно, потому что это должен быть масштабный, это должен быть амбициозный проект. Понятно, что у государства ресурса особого нет. Ну, я имею в виду денег. Ну, они обмежені и будут обмежені завжди. Да. Завжди. Ну, и нормально, бог с ним. Но у государства есть ресурс пространства. То есть есть помещения, которые нужно выделить для новой культуры. Это должен быть фактически такой интерфейс взаимодействия с миром и с новой креативной Украиной, где соединяются все виды искусств, где объединяются новые типы образования, которые в этом готовы сразу участвовать все институции, и Еврокомиссии, и Гёте-институт, и British Council, и французский институт, и чешский институт. Физичное место должно быть, я сгоден. Да, и там это идеи, должно быть большое, идеи. Потому что это не может быть, там, например, ну, небольшое какое-то здание, это должно быть... площади, чтобы там можно собирать было там десятки. Народжуватись мають думки, враження, ідеї. Да. І а без места не буде этого. Да, і самое главное, не просто это должно быть центр, в котором решается вопрос education, образование, production. То есть он должен сразу производить новый культурный продукт.
і його експлуатувати, і презентація. Де ви його бачите? От ви ж точно бачите це місце. У вас є якісь пропозиції? Я думаю, що саме оптимальне місце – таке студія Довженка. Да, до речі, яка зараз потребує нового дихання, це 100%. Тобто тут може бути сформовано те, що називається государственно-частне партнерство. Тогда ты начинаешь взаимодействовать с, например, серьезными европейскими фондами, когда если формируется вот такой хаб или такой интерфейс взаимодействия с миром, да, производство нового типа продукта культурного, образовательного и так далее, тогда они будут готовы инвестировать в инфраструктуру. А тогда уже вернуться уже к тем институциям государственным через пару-тройку лет, когда подготовятся кадры, которые прошли школу коллаборационных проектов с Европой, с Америкой, с Израилем. Да, это очень важно, да. Это новый погляд. Да, абсолютно. И они потом вы говорите, проходят законы абсолютно прозрачные, как в Европе. Конкурсная основа, замещение вакантных должностей, худрука и директора там. До речи, я вниз такой закон. Уряд вніс, парламент, тільки конкурс і потім контракт. На всі посади. Прекрасно. В культурі. Прекрасно. Уже в парламенті. Я читав цей проект. Замечательний закон. Там виникає вопрос, хто проводить конкурс і скільки времени може держати, ну, от, скільки раз подряд. Якщо це два сроки, ну, як во всьому світі, да, як президент. Про два срока не сказано, але в парламенті можна внести поправки. Ну, тому що ви розумієте, що... Як президент, так, да, два терміни. Можна і так, так. Да. Зараз нема, не обмежено. Зараз не обмежено. Ну, тоді буде колектив все время вибирати, ну, що вони будуть зависимі. Може і таке буде. Поэтому нужно защитить худруков от самих себя, чтобы они не становились вечными. Ну, в будь-якому випадку, це крок вперед. У нас в областях сидять люди по 20-25 років без жодних контрактів, безстроковий трудовий договір. Ну, сидять і сидіти будуть, якщо це не змінювати. Вот когда начнет работать такой современный хаб, государство уже дальше делает открытые конкурсы на гранты, да, то есть формируется грантовая система и выполнение то, что называется, таких заказов. Ну, тех же больших праздников, да, это может быть ярче, более современно, более модерно. Ну, принаймні по-новому, це правда. Ну, конечно. Це правда, тому що воно з року в рік одне і те ж іде. План заходів, тето і тето, улучшить, углубить і так далі. Ну, і качество-то їх негодящее. Но оно же выглядит все время такой, все равно калька советских таких праздников. А потому что кадров, опять же, кто готовит кадры? Вот смотрите, это опять, вот что наша консерватория, что наш Карпан Какара, для кого он готовит кадры? Театр, кино и вообще. Ну вот вы вдумайтесь, да, вот если на самом деле. В основном у нас потребляли кадры Карпан Какарова, это русские сериалы. Mm-hmm. То есть мы... Украина такая богатая страна, что инвестировала и давала зачастую бесплатное образование для того, чтобы потом люди снимались в русских сериалах, получали там... Втричі дешевше, ніж русские актеры. Ну, они там, знаете, какие зарплаты? Двічі, втричі дешевше. А знаете, какая зарплата там? Порядок. Зараз чи тоді була? Бо до війни тоді. Це було, а після війни тепер нема цього. Есть. Ну, деякі наші їздять туди, а тут... Нет, здесь снимается. Не знаю. Снимается, уверяю вас. Сейчас. У мене таких даних нема. А у мене є. Вони нікуди не ділись. Все то же самое. Цікаво, работает. Де? Цікаво. На частних студіях все работает. Все то же самое работает. Зарплата там порядка 500 євро в сутки. 500 євро на добу наш актор може отримати. 500 євро зараз. Да. Десь за зйомки в російських серіалах. Да. Цікаво. Получается, зачем столько производится актеров? А люди поступають, до речі. Зачем стільки? Це питання без відповіді поки що. Ну, є державне замовлення. Люди, там конкурс, ви знаєте. Я кожен рік. Ну, вот, йдуть. Ми ж задаємо вопрос ефективного використання ресурсу государственного. Можна зменшити держзамовлення. Це не так важко. Ну, правильно. Да. И получается, возможно, поменять качество образования. Пока не формируется вот этой конкурентной среды, да. Потому что я нахожусь все время в андеграунде. Хотя у меня там куча предложений. Не, ну я чисто андеграундный человек. И я не хочу быть андеграундным. Я как раз, мне интересна позиция государственная.
не, опять, не чиновникам ни в коем случае, но тот ресурс, который есть в Гоголь-фесте, тот ресурс, который есть в моих связях в мире, да, и не только в моих. Да, то его треба конвертувати, его конкретні речі. Я готов отдать его. Я готов отдать, да, его нужно куда-то посеять. Люди готовы сюда приезжать, готовы инвестировать, но им нужно понять, с кем они имеют дело. Ну от треба, значить, майданчик для того, щоб зробити це от заземлення, заякоритися. Ну давайте от Гоголь-фест треба робити, припустимо, на студії Довженка. Да. Як значить, ми робимо? Ну, звичайно. Якщо зацікавити в цьому кіношників самих і людей зі студії Довженка, я думаю, це цілком реально. Тобто ми повинні з одного боку зберегти цю кінотрадицію, так? Ну, сакральність імені Довженка і так далі. Да, з іншого боку, наповнити це новим звістом. Ну, вони зараз там нічого не роблять. Ну, майже нічого. Тому нічого. Що це ж треба бюджетні гроші і робити там. Ні. Ну, ми будемо знімати цього року там дебюти, будемо короткі метри знімати, але не більше. А там треба завантажувати ці цехи і павільйони, ви знаєте. На кіностудію Довженка прийде куча людей. Вона почне за год просто производити ну, неймовірне кількість крупного. Ну, погано, що з нами немає директора кіностудії Олеся Янчука. Пане Олесь, ми вас запрошуємо до цієї розмови. Продовжимо її після програми. Я передаю сигнал зразу, щоб бути оперативним. Замечательно. І, ну, і далі треба розробити стратегію внешнего взаємодействия з миром. Потому что это, ну, например, вот Венгрия, сейчас вот мы только что вернулись, опять же, ну, после Парижа были в Будапеште. Понятно, в Будапеште что... были тоже какие-то дни мультикультурности, или нет? Нет, это был какая-то фестиваль. Какая-то крема акция, да? Нет, нас пригласили на весенний фестиваль, это крупнейший фестиваль Венгрии. Мы играли в Национальном театре два проекта, это «Собачья будка» и «Dark Daughters». Ну, все очень успешно, все замечательно, но... В чем, ну, понятно, в Венгрии сейчас непростая ситуация в Европе, да, ее все обвиняют в неком таком немножко правом крене, что они отошли от демократии, но венгерское правительство понимает, что для того, чтобы в какой-то степени занимаясь адвокацией самой себя, инвестируют очень серьезные деньги в формирование образа Будапешта как фестивального города. І їм це вдається. І їм вдається, да. І музичні фестивалі величезні, да, там, в околицях. Да, ну, і кіностудія величезна, нова. Да, недалеко від Будапешта. І на самом деле, при тому, що страна-то, ну, точно не самая богата. У них же нет никаких... Ну, валовий продукт у них повище, звичайно. Ну, вони... Еще, на самом деле, 4 года назад у них было чувство катастрофы. Тобто вони менші оптимісти, ніж ми. Но, вы знаете, вот это то, что произошло, и вот это вот их как бы через культуру, они именно через культуру внедряли чувство самосознания и гордости народа. Притом, именно не, мало того, что они, безусловно, трепетное отношение к традициям, но очень серьезные инвестиции. И не вопрос даже не столь в деньгах, а сколь во внимании и ну, как бы акцентов их социальных. Ну, до речі, держава там теж бере участь. Конечно. Я думаю. Тобто бюджет все одно фінансує багато культурних ініціатив. Правильно. Приватних, громадських, андерграундних навіть і так далі, да. Екстремальних. Но для этого, думаю, це для правильний этого підхід, быстро выстроена система перераспределения денег. Потому что у нас же она сейчас, ну, как я, насколько понимаю, бюджет Министерства культуры, 90% уже распределенные статьи по тем институциям, которые... Ну, правильно, потому что выход або всех звільнить, або продолжать платить зарплату надалі. Да, попробуйте их всех звільнить, они все вам выйдут и будут петь гимн Украины. Ну, з одного боку, выйдуть таке діло, ну, з іншого боку, там і живі люди, тому що це ж не тільки театри, це заповідники, музеї, бібліотеки. Там же ціле господарство. Вопрос же ефективності. А оце уже питання тоді, яке треба 1 січня, наприклад, якогось 2016 року розпочати кардинальну розмову і сказати, що 1 січня 2017 все буде зовсім інакше. Я кажу, наприклад, дати умовні, хоча вони дуже наближені до реальних. Але змінювати треба тоді багато що, тому що у нас є стандартні бюджетні призначення, стандартні очікування. Люди знають, ну все одно ми це отримуємо. Значить, якщо починають забирати, ясно, що міністр що повинен зробити? Захистить. Питання ефективності все одно завжди виходить на другий план. Захистили, піт витерли, нормально попрацювали, а от уже і бюджетний рік скінчився. І так
біг по колу. Ну, я понимаю, но тому тут, треба... Как только вы попадаете в это заячье, это белое колесо, тогда у вас нет времени. Вы все время будете в нарадах, вы все время будете согласовывать проблемы вчерашнего дня, и тогда у вас не будет времени, возможности, на самом деле, собрать нормальных людей. Я оголосив про створення Ради реформ при міністерстві. Я хочу, щоб до неї не входив жодний державний службовець. От суто зробити раду реформ, яка із неурядового сектора, причому по різних напрямках. І хай самі учасники цієї ради оберуть голову, я вас запрошую прямо зараз. Ну тут треба теж розуміти, що це, які повноваження у цієї ради реформ. Потому что если это просто посидеть, поговорить, ну прекрасно, мы можем поговорить. Нужно какой-то тогда... Карту реформ робимо, можно назвать и стратегию, а можно просто карту реформ, и ее затвердить наказом и решением уряду. Тогда уже все, не открутишься. Но... Тогда это серьезный подход, понимаешь? Ну, вот, и это резонансный подход, потому что много что треба будет менять. Но... И не только в театре. Ну опять, я же не в государственном театре. Да. А до речі, от зараз всі ці події в Росії, так? Багато хто сюди повертається. От я з Михалком недавно зустрічався, екс-ляп із Трубецької. Він громадянство не хоче білоруське віддавати, але хоче вид на місце проживання українське, і сім'ю сюди перевозить і так далі. І таких багато людей. Як ви думаєте, їх треба сюди всі? Смотрите, тут Или пусть сделают в Москве революцию? Ні, смотрите, в Москве никакой революции не получится. Более того, там то, что называется православная мракобесие, оно все больше и больше. Да? То есть это такая псевдорелигиозная, ну, такая мрачные средневековые года. Ну, продолжение идеи Третий Рим. Да, и поэтому очень много моих друзей из Москвы, из Петербурга, из Сибири, которые действительно задумываются или о внутренней миграции, то есть замыкание, да, как в Советском Союзе было, или готовы ехать. Но ехать в другие страны, где, ну, как бы, конфликт языковой и сложно, ну, не все в возрасте могут себе позволить, и, ну, тяжело действительно. Ну да, это измена взагалі все. И Украина, конечно, могла бы быть волшебной территорией, которая абсорбировала их навыки, их таланты, их связи. И тут могло бы быть, ну, понятно, должно быть встречное движение, потому что в Европе такая же сейчас ситуация, что там все заполнено. И молодые такие драйвовые люди... Жесткая конкуренция. Они с удовольствием сюда приедут. Потому что тут, в Украине, есть сейчас одно очень волшебное чувство, что над нами небо. Зараз відчуття свободи, як ніколи. Війна з іншого боку нав'язана, якби її не було, але вона буде ще довго. Не знаю, я, безусловно, це ужас, ужасна історія з війною, але з іншої сторони, вона мобілізує тебе. Да? І вопрос, во время війни, возможно, зараз саме время делать завтра. Тобто, ну, война, но те люди, которые на войне, те ребята, да, они должны понимать, что тут люди не просто там не только помогают фронту, но що и строят завтрашний день. Да, що вони будують іншу Україну. До речі, про наших русських друзів не всі дотримуються такої точки зору, як ви. Зараз ми послухаємо Юрія Андруховича. Притулок треба надавати тим, хто його просить. Інша справа, що я не хотів би, щоб з цього ми почали будувати з цієї пропозиції якусь таку взагалі стратегію. Що, от, мовляв, нам це просто в Україні життєво необхідно, бо інакше ми самі нічого не зможемо. Ми виступаємо країною волі, ось на територію якої втікають із країни невільної. От, це дуже хороша, виграшна лінія поведінки. Але я б цього не ставив як якийсь обов'язковий принцип, що ось нам цього треба, необхідно нам такого досягнути, тому ми всіх будемо до себе звозити, так, щоб тут заснувати якусь, не знаю, Росію 2, так, чи якусь кращу Росію, ніж та, яка в Москві. Не використовувати потенціал цих людей, ну, у нас своїх кадрів зараз не так багато, повірте. А вони самі хочуть, щоб ми використали цей потенціал? Конечно. Хочуть, так? Да. То це люди лояльні до свободи, демократії. Да, в тому-то й діло. Ну, опять, обов'язково потрібно, це має бути, як би, місце зустрічі двух цивілізацій, да? І якщо почнуть ставити російські режисери тут спектаклі, якщо тут будуть виставлятися російські художники,
еще, естественно, одновременно и французские, и американские, и израильские, чешские, польские, да, то есть когда это появляется таким центром встреч, и когда это еще сеется на нашу плодородную землю, и Украина становится образом матери, да, которая принимает в себя эти семена, рожает своих детей, но если раньше она к детям относилась как быстрюкам, то сейчас надо, чтобы Украина начала относиться к своим детям с трепетом, как к своим детям. Вот чтобы образ Украины женщины, которая вот определилась, я стою, и я здесь, и это я сильная. И это было бы тогда, это тот образ, который, во-первых, понятен миру. Он понятен на самом деле тогда отношения, потому что всегда же Украина детей своих не ценила. Они разбегались по миру и получали. Ну все. Ни одного нет. Я думаю, что Украина всему не оригинальна просто. Ну, не знаю, я даже не знаю такой более... Всі розбігаються по світу. Ну, каждая, не тільки українці. Каждая страна своїх героїв очень люблять. Росіян скільки по світу подивить. Ну, послушайте, як вони лелеють своїх героїв. І вот тут можна у росіян поучитися якраз. Как они того же приватизируют? Гоголя, да? Правильно, Гоголя мы им никогда не отдавали и не отдамо. Гоголь фест тому прикладом. Да, и на самом деле... И, до речи, это до початку нашей розмови. Тобто, треба дивитися вперед, майбутнє. Ну, оця от частина традиції і фундаменту культурного, вона завжди має бути присутня. Вона у них завжди була, плюс они еще и брали чужое. Так би мовити. Ну, тут чужое. Імперський культури, підхід, чим, гроші і вперед. Тобто, чим, ми були в різних категоріях. Чим більше ми візьмемо в себе, тому що, опять же, чим більше ми в себе абсорбуємо різних культур, тим ми будемо багатші. Ну, ми багато речей сьогодні обговорили, абсолютно потрібних і актуальних. Але от, чи може бути ближчим часом якась нова постановка Влада Троїцького в Україні, тут, на якійсь великій сцені, на великому майданчику. Ви бачите, от у вас є в голові ця ідея? Ну, вона буде. Якщо вона вже... можна її сказати, да, вона буде, всім глядачам. Буде прем'єра в Одесі, в філармонії, 13 іюня, «Іскусство війни». Сунь Цзинь, є такий філософ, стратег 5 века до нашої ери, такий волшебний китаєць. Ми вместе з Алешей Ботвіновим, він робить міжнародний музикальний фестиваль, оркестрова історія, він на роялі, хореографія, багаті декорації. Вот прем'єра буде 13 июня в Одесі. А 17 июня в оперном театре в городе Львове мы будем играть новую версию «Коріолана». Это опять большой проект. Это цікаво. Тобто це буде перша подача нового «Коріолана», так? Да. Перша подача, вона буде у Львові у червні місяці 17-го, да, цього року. Да. Потім буде «Гогольфест». Ми вже договорились. Відкриття – це буде грандіозне шоу, опять «Іскусство війни», тільки більш розвернуте. А закриття фестиваля буде «Іскусство міра». Тобто я хочу, щоб це було висказування, як «Іскусство війни», «Іскусство міра» – це наша життя. Чтобы вот это вот, ну, было такое как бы понятие, что мы, там гениальная есть реплика, самый выдающийся полководец – это тот, который выигрывает битву, не входя в бой. Тобто все одно планів величезна кількість, географія найрізноманітніша, і українська, і поза України. Так що я думаю, що із планами у вас все гаразд. Думаю, ми знайдемо точки спільної співпраці. Ну, зараз це від вас залежить. Як це, м'яч на вашій стороні? Ну, завжди, якщо говоримо про м'яч, то футбол – це дві команди. І тоді цікаво всім, і тим, хто приходить на футбол, і тим, хто це аналізує. Ну, чудово. Сьогодні в Мінкульті був Влад Троїцький, режисер, драматург, театральний діяч. І ми говорили про реформу театру. До зустрічі в Мінкульті рівно за тиждень.